Хей, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. Как вы помните, я сдох, души остались на... Самое интересное, я вышел с игры полностью уже... Прошло 2 дня с последней серии. Для вас это, на самом деле, просто на следующий день вышло. Я думал, души пропали. Но я смотрю, все на месте. Так, нужно будет стрелы закупить. Так, интересно, есть... Блин, вот я могу, в принципе, вниз спрыгнуть. Но мне нужно кошкам. Нихера, у меня душ. 35 кусков. Ладно. А, я вот думаю, как мне сражаться с красным фантомом. Интересно, он тоже прыгать может? Если может, тогда это плохо. Ты идешь? Сможешь сюда залезть, приятель? А, что не? Ах ты говнюк, нихера себе ты блокируешь. Я хочу его забатить на удар, но он не атакует меня. Убери щит, давай, давай. Убери свой щиток сраный. Ну? Чё ты слышишь, а? Иди сюда, давай, ну-ну. Чё ты? Манать, он в натуре сюда не идет. А к нему я как бы прыгать чисто не хочу. Чё за... О, всё. Заставишь меня сейчас бомбы использовать. Ты же понимаешь, я этого не хочу делать. Ой, я вижу, что за дымом находится. А, нихера я не вижу. А поблизости здесь костра не... Ну, через это понятно, как обычно. Щель есть, через нее не стрельнуть. Адиос, амиго. Я буду ждать, пока он уберет. Главное, чтобы меня сзади не ударили. Ну давай же, приятель. Умничка моя. Ох ты ж моя умничка. Так, окей, с этим мы расправились. Чё далее? Если там босс, я охренею.
натуре? Ой, бля. То есть это он их поднимал? Нахер. Уйдите в жопу. Идешь ты в сраку, ну чё за херь? Ты подняться можешь? Чё за бредятина? Всё заново! Пиздец.
ебаный мост. Минус 36 тысяч. Ну ладно. Пробуем снова. Ох уж эти проделки досок. Давайте через не души сыграем, а через кольцо урона. А давайте попробуем, может тут реле есть помощник какой-то. Типа на сюжетном этом нету помощи. Не верю. Да, походу нету. Минус человечность. Блин, ну мне по факту надо просто пробежать, убить тех чудиков, что воскрешают скелетов. И, в принципе, все. Сраку. Конь ебан. Удар!
Изи. Изи. Короче, главное убить этих магов, которые понимают, да и все. Так, это другое место, да? Так, подожди, я еще лес не весь изучил. Там я ж врата еще открыл. Ха. В чем дело? О. Так далеко от дома. Но это не место для игры, не место для тебя. В чем дело? Мне его убить надо? Ну я пойду Маджулу, я закуплюсь с стрелами, потому что у меня стрел как бы нету. Посмотрю сейчас, что вообще. Вещим. А, мне еще прах валяется. Стопы. Стопы, стопы. Душа колесницы палача, властвующая над чистилищем нежити. Призвание этой колесницы пытать мертвых, и она приняла облик ужасного бешеного скакуна, отражающий душу ее хозяина. И, используя душу колесницы, понятно, можно бла-бла-бла-бла. Может, мне этот лук Так, подожди, давай. Во-первых, купим предметы. Во-вторых, давайте, наверное, усилим наш лук. Я не знаю, типа, есть стоит, не стоит. Может, стоит. Или не стоит. I'll be around if you make it back. А у кого я могу сделать так? Bearer of the curse. Seek lest it. Ну ладно, новый уровень. Так, а у меня еще. У меня есть ячеечка. Окей. Я не помню, где находится тот челик, который в камне, NPC. Тут еще проход какой-то. Так, во-первых, что здесь у нас? А, нихера. Я тут был же? Я понял. До свидания. О, я тут не был? Большая думина. А ну-ка. Вещи... Меч Дранглика. Я с мечом Дранглика хожу. Ой, блин, это же взрывается все дело. Я забыл.
Башня Луны. Нежить! Нежить! Убери руки от нашего колокола. Великого колокола Алкина. Колокол принадлежит принцессе. Стой, где стоишь, или мы прибьем тебя на куски. Не беси меня и моих приятелей. Стой, где стоишь, или попробую на куски. На очень маленькие куски. Давным-давно, очень давно, сама принцесса создала меня, ясно? Чтобы охранить колокол во славу принцессы. Держись подальше, глупая нежить, или я тебя прикончу. Колокол принадлежит принцессе. Ты хочешь охранить колокол? Нет. За принцессу. Во веки веков, во имя Исп. А давайте... А ну-ка, я хочу попробовать. Вот, это для тебя. Перстень звонаря. Когда ты связан с колоколом, ты окажешься рядом. Когда колокол в опасности, кольцо принесет тебя сюда. Руби, руби на куски всех, кто рядом, кто дальше же всех руби. Наруби их в куски за принцессу. Я создал принцессу, чтобы я хранил колокол алкаря. В Алкине колокол принцессы. В Вене колокол принцесса, о да. Рви их. Клочья руби на куски, собери вокруг и в колокол звони. Звон этого колокола будет звучать вечно. Ладно, я понял, так не запрыгнуть. Я понял. Пока тот ко мне не пришел, надо этого вызвать. Так, приятель, по идее, фантом ворвался сверху. Дебил. Так, подожди, а что за колечко мне хоть дали? Кольцо ордена звонарей. Кольцо ордена звонарей. Вступите в этот орден и наденьте это кольцо, и тогда вас смогут сразу призвать в мир игрока, вторгнувшись во владение звонарей. Два колокола символизируют связь между двумя влюбленными, которые так и не смогли быть вместе. Звонарей — их вечные стражи, ибо такова их любовь, такова их проклятие. Так, там закрыто, получается, мне только наверх идти. Тихо, парень. Так, вещи. Опа. Опа. Кнут, покрытый колючими... Так, колючками. Он разрывает кожу, вызывая кровотечение. Кнут хорошо против на... Нагой плоти, но бесполезен против врагов в доспехах. Па-па-па-па-па. И щит мне дали звонаря.
Деревянный круглый щит звонаря очень легкий, используется их им несложно. Колокол символизирует запретную любовь. Звонари, их верные защитники, всегда готовы уничтожить тех, кто их угрожает. Судьба этих марионеток вечно стоит на страже. О, я вижу сундук. Ой, блин. О. Так, ну я думаю, короче, отхилиться. Так, приятель, побежали. Ой, а чё я это не воспользовался? Сука, ладно. Попанул. Херово то, что у меня только на 3 удара, да, получается, мечом хватает. Идем. Походу, босс будет, потому что фантомы просто... Манать мне глазки красивые. Ну, тогда я возьму это... Колесника того. Приятель, главное не сдохни, пожалуйста. А чё? Как он мне по мне попадает? Все, благодарю тебя. Давай, давай, давай. Душа гордого рыцаря. Вещи. Я опять забыл использовать прах. Ладно. Горгульи башни. Душа горгульи и забытые подземелья. Сложная каменная статуя с башней таинственным образом обрели жизнь. Используя душу. Понятно. Ну, слушайте, это вообще-то копирка босса из первой части, но в первой части их было трое. Или двое. Кажется... Нет, кажется, двое. Да, или двое, или трое, я уже не помню. А здесь их целых 5. Манать. О, я вижу костер. Неплохо. Южное ритуальное кольцо. Вещи. Южное, добавлять ячейку для дополнительных заклинаний. О, неплохо. Оно из тайных сокровищ Алдии, увеличит количество ячеек для заклинаний. Это скромное на вид кольцо несет в себе очень сильную магию. Подумать страшно, с каким ужасом пришлось справиться, чтобы создать его. Хотя, возможно, справиться с ним... Так и не удалось, ведь Алдии больше не существует. О, стопы.
А, неплохо, неплохо. А ну-ка. Шанс того, что меня загрузут, мал, ну, ладно. Идите в жопу! Со своими духами надоели! Иди в сраку! В сраку иди, я говорю! Поднимешься, умрешь. Я предупредил. Давай, давай, полезь. Давай, ну уж, чё ты? Лезь, лезь, приятель. Я подожду, пока ты поднимешься. Мы можем вместе с тобой подождать. Смотри, я даже к тебе спускаюсь, видишь? Ну, полезешь? Ну давай, давай, вот он я. Оп. Ну и? Что мы как? Он сразу меня атакует ведь. Бля, я не хочу идти туда. Ладно. Ты дурак? Я ж тебе шпиздать сейчас. Псин убрал своих? Псин убрал, ладно. Я предупреждал. Зуб дракона, нечто окаменевшее. Тут секретных стен нету. Фальшон чары. Типа, просто магию заточен. Не, ладно, я буду в ковенанте кошки, поэтому я с этого ковенанта уйду. Окей, ребят, в следующей серии мы что с вами делаем? Я буду уже в Маджуле, если что. В Маджуле мы с вами улучшим флягу с Экстусом до плюс 3. После чего я вернусь к Авинан кошечке и докуплю стрелы. И как раз еще и апну, наверное, 2 уровня. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.